كان هناك رجل في زمن الشيخ ابن باز رحمه الله كان يعني يفتي بحل الغنى. Во время шейха Ибн База, говорит Рахимахулла, был человек, который разрешал песни. То есть давал фету и разрешал песни. فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى استدعى قال تعال عندي في المكتب. И однажды шейх Ибн Баз позвал его к себе. هذا الرجل يقول أنا دخلت على الشيخ ابن باز والله ما يقيم عليه الحجة. يعني ما يقنعني. ما يمكن يقنعني. Я, говорит, зашел к шейху Ибн Базу и говорит, он ну, не удовлетворился мне. هو ظن أن الشيخ بن باز رحمه الله سيناقشه. Он подумал то, что шейх Ибн Баз сейчас начнет спорить с ним и диспут вести. فماذا صنع الشيخ معه بن باز رحمه الله؟ أجلس أمامه. А что сделал шейх Ибн Баз? Посадил его перед собой. وأخذ يقول له يا فلان تقف بين يدي الله. Посадил его перед собой, начал говорить, о, о такой-то, такой-то, ты же будешь стоять перед Аллахом. А шейх, يعني, يأخذ الغترة, يأخذ طرف الغترة, وهكذا يعقد, يقول, اتقِ الله. Взял, говорит, вот этот кончик или кусочек вот этого платка, который они на палец намотал, сказал, побойся Аллаха, говорит. Ну, то есть, приблизился. تحشر وحدك. Ты, говорит, воскреснешь один. اتقِ الله, تضل الأمة. Говорит, побойся Аллаха, субханаху ва тааля. Тусал вахда. Ты будешь спрошен один. Тухаса вахда. Рассчитан будешь один стоять. Фахада кул, шейх, утрукни ахрудж мин андак. Хада хабла мешнака анта. Талаффу хаула анта. Что он, то есть он начал так закручивать, закручивать, закручивать. Говорит, шейх, оставь меня, говорит, ты уже сейчас, ну, придушишь меня. Наам. Хадихи тариқата ал-Кур'ан фи ат-таамул مع المخالفين. Вот это и есть, говорит, метод или же да метод Корана, как нужно вести взаимоотношения с тем, кто противоречит. Аллах Субхана Тааля ما قال ناقشه. Аллах Субхана Тааля в Коране не сказал спорьте с ними. لا أعرض عنهم. Аллах сказал отстранитесь, уходите от них. وعظهم. وعظ لا ليس وعظ في هذه المسألة لا تعظه تذكر بالله. تذكر بالجزاء بالحساب نعم. Также Аллах Субханаху ва Тааля сказал делайте им наставление, но наставление не в этом вопросе, а наставление в общем. Упоминайте им судный день, расчет, воздаяние. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يعني قولا يبلغ مبلغا عظيما في قلوبهم. И Аллах Субханаху ва Тааля сказал и скажи им доходчивые слова, то есть доходчивые, которые дойдут до их сердец, поймут они. فبعض الناس يعني يتصدع للمناقشة دائما. Некоторые люди постоянно хотят поспорить. Рвение у них такое к спорам, диспутам. المناقشة ليست دائما تنفع. Споры они не приносят пользу, говорят. حتى في دعوة غير المسلمين. Даже в споре с немусульманами, то есть призыве немусульман. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Муаза посылал в Йемен, сказал, ты придешь к народу, людям Писания. Не сказал, так спорь же с ними. Не сказал, разъясни их ошибки. Он сказал, разъяснил ему самый легкий путь к призыву. Какой он? Единобожие, обучить их единобожию. Так давайте же, братья, тогда людей обучать единобожию. Надо у нас это. Будем призывать к таухиду.